Всем привет на канале Tasty Food. Я сегодня хочу предложить рецепт очень вкусного горячего блюда, которое подается порционно. Вот что мне понадобится для рецепта. Для этого рецепта понадобится куриное филе, сыр, который хорошо плавится, помидоры, горчица в зернах, паприка, соль, черный перец и оливковое масло. Приступаю. В курином филе нужно сделать 3 небольших надреза. Готовлю маринад для курицы. Горчица в зернах. Молотая паприка. Соль, черный перец. И оливковое масло. Размешиваю, и маринад готов. И со всех сторон смазываю куриное филе. На лист пергаментной бумаги посередине выкладываю куриное филе. После этого с пергаментной бумаги делаю лодочку. После этого помидоры и сыр нарезаю полукольцами. Сыр и помидоры теперь нужно вложить в надрезы, которые я сделал до этого. После этого блюда отправляю в разогретую духовку 180 градусов до готовности. Куриное филе у меня провело в разогретой духовке 180 градусов 40 минут, но все зависит от духовки, оно полностью готово. Осталось только попробовать это куриное филе. Курочка получилась очень сочная внутри, и, конечно же, с сыром, с помидорами и со специями это будет очень вкусно. Очень вкусное, сочное куриное филе. Готовится элементарно, выглядит очень красиво, даже можно подать на праздничный стол. Приятного аппетита! Всем, кому понравился этот рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующих видео. Пока!